Казахстана, то на прошлой неделе премьер-министр Мамин заверил, что при очередной вспышке ковида дефицит лекарств в наших аптеках не будет. Казахстанские военные не будут прекращать стрельбу в Кызылординской области. Оснований для прекращения учебно-тренировочных занятий нет. Это официальный ответ Министерства обороны нашему телеканалу. 10 сентября мы рассказывали о военных стрельбах недалеко от пастбищ местных фермеров. Животноводы жаловались, что пальба пугает скот. Нашим корреспондентам удалось выяснить, что 6 тысяч гектаров земли под полигон для нужд Министерства обороны действительно выделены, но официально еще не оформлены. Процедуры на стадии завершения отметили в главном военном ведомстве, а фермеры, по их словам, паникуют напрасно. Тем более о начале стрельб военные всех уведомили. Необходимо отметить, что выделенные земли находятся на значительном удалении, более 20 километров от населенных пунктов, и соответствуют всем требованиям безопасности деятельности военных полигонов. Вместе с тем, юридические обоснования расположения этих фермерских хозяйств на этой территории официально предоставлено не было. Таким образом, оснований для остановки программы боевой подготовки подразделений частей данного гарнизона нет. Командование вооруженных сил также заявило о готовности обсудить ситуацию с местными исполнительными органами и представителями бизнес-сообщества.